Идут последние приготовления к спектаклю. Все готово, чтобы эти тростевые куклы ожили. Сегодня коллектив воскресной школы «Благовест» при храме во имя иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» в Кемерово дебютирует со спектаклем «Воскресение». Не страшно? Страшно. Вечер. Тишина. Такого не бывало никогда, чтобы охраняли войны могилу. Поставить стражу плотникову сыну? Да, не слыхал. А вдруг и вправду он, сын Божий, и напрасно был казнен? Да ты постой! Нельзя нам рассуждать. Приказ нам дан могилу охранять. По-моему, это очень интересно им, потому что я поняла, что они вот даже приходили на репетицию, вот как бы сказать, внеурочно, даже не во время репетиции. Они просто приходили, брали кукол и репетировали. Вот приходили специально, чтобы порепетировать, чтобы у них получилось хорошо. То есть даже принуждать их не надо и где-то там организовывать особо. Сначала мы покупали пластилин специальный, лепили дети сами головы. Потом как их обклеивали бумагой, вырезали это все, склеивали. Потом родители брали, разукрашивали это все. И получались так головы. Костюмы делали сами родители. Куклы делались буквально из подручных средств, стройматериалов, тканей и бумаги. К 10-минутному представлению готовились 2 месяца. Работа над спектаклем сближала ребят. Их родители тоже принимали участие в этой творческой работе. Они стали чаще ходить в храм, больше интересоваться жизнью церкви. Вместе с Матушкой Марией мы делали вот эти каменные стены, то есть подбирали материал, думали, из чего можно это сделать. То есть наша была совместная работа. А вот гробницу тоже мы сделали совместно с Матушкой Марией. Я помогала. Ну, делали, всей семьей изготовили огонь, который сверкал в процессе всего спектакля. Мария Магдалина, я жила когда-то в грехе, но вот явилась свыше спасение ко мне. Иисус Господь явился, встал на моем пути, сказал: тебе прощаются все твои грехи. Сказал, что мне прощаются все мои грехи. У каждого человека свой путь в церковь. Для кого-то он начинается еще во младенчестве, а для кого-то в зрелом возрасте. Какой бы ни была эта дорога, помогая своим детям готовиться к спектаклю, родителям проще и радостнее приобщаться к православию. Так радость единения с Богом входит в жизнь всей семьи.